Просто убиваем время, как бы, в игре. Ну, вообще, мы как бы изучаем. Может быть, это будет что-то типа безопасной зоны. Например, на выполнение кампании мы будем уезжать куда-нибудь, а здесь мы будем перекантовываться, скажем так, да? Бывает такое в играх. Вот, мы навыки распределять и прочее. Итак, одежда — это ваш тайник. Здесь вы можете переодеваться, также оставлять на хранение любые предметы. По мере повышения уровня выживаемости вы будете получать доступ к новой одежде. Ну, здорово. Ну, видимо, это укрепленная будет какая-то одежда уже. Так, чистая одежда. Переодеться. Окей. Все? Переоделся? Хранилище. Так, рюкзак. Предметы, одежда. Е-буковку нужно нажимать. Хорошо, теперь нам нужно... Окей, Рахим, я готов. Где я найду Брекен? Не так быстро, 31. Если вы будете получать свой кип, мы должны узнать, если у вас есть скиллы. So get your ass up to the gym. Gym? What are you talking about? It's on the top floor. Just a couple flights up. Сейчас мы тут все посмотрим. Никогда не любил все осматривать, но со временем надо все-таки учиться это делать. Ну, видим разрушенный мост. Дальность прорисовки я не сделал столь высокой. Как видите, деревья там нарисованы не очень хорошо вдали. Так, сейчас мы тут кое-что из посмотрим. Навыки. Уровень 1, очков навык у нас по нулям. Здесь написано, что... это что такое? Уровень выжимаемости. Выжимаемости, почему-то говорю. Уровень ловкости, уровень силы. Дальше. Чертежи. Без необходимого лечения... Подожди, произведено. То есть это все необходимое для лечения раны и синяков. Отлично, инвентарь у нас труба, урон 24. Ну, я думаю, это слабый был зомби, которого мы убили с одного удара. Ремонт. Ремонт 108. Или нет, это не то что-то. Угу. Так, надо почитать здесь все. Аптечка. Так, следующий фильтр, это что такое? Оружие, метательное оружие. Ну, здорово. Чертежи, инвентарь, задание у нас. Карта пока нам не нужна. А либо можем перемещаться Ку с помощью буковки Ку. Так, подожди, это на верхнем этаже он сказал. По сути, нам... Да, по сути, нам... А, подожди, вот лестница-то. Можно даже здесь забраться. Там не обязательно в лифте или где-то, я забыл. Like computers. What kind of stupid question is this? Качкоподобные люди здесь. Okay. So again, так, здесь, наверное, ничего like интересного. Ну ладно. Так, нам еще выше получается. Правда, я тут этажи не все осмотрел. Ну вот мы на верхнем этаже, собственно. Да, выше уже некуда. И давайте сейчас с чуваком с каким-то поздоровимся, я забыл. Звать. Рахим, I don't see you. Where are you? На кране, что ли? Чё происходит? Зачем он бежал? Well, what are you waiting for? Get over here. Кнопка прыжки. Так. Это действие доступно при ходьбе, беге, прыжках или падениях. Основа паркура. Типа так, да? Это даже удерживать-то не надо, можно просто нажать. А, подожди. Хотел спрыгнуть. Здорово. Опасно. Но чувак сразу, видно, не боится высоты. Наш главный герой, я имею в виду. Отстраивает город заново. Блин, я прыгнул вниз. Ну ладно. Парашют, естественно. Какой сквозняк. О, это же наш чувак. Welcome to our gym. First things first, you've got to learn how to run. Башка у него маленькая. Just do what I say, alright? Now. Jump down to the very bottom.
Are you nuts? I'd kill myself. Don't be a wimp. Come on, you can't be serious. Watch this. Oh, yeah. Raheem! My leg! Jesus, don't move! I'll get help! I was just fucking with you. Son of a bitch! What? You can't take a joke? Come on! Get your ass down here! Christ on a crutch. Блин, я не пойму... Блин, что-то я хотел сказать. Ща, секунду. А, как-то странно, он прыгнул. Holy shit! Holy shit! It's a rush, isn't it? But don't blow your load just yet. There's more. To survive outside, you got to take advantage of the terrain. Most eaters suck at climbing, so the harder the terrain is, the better for you. I've got some typical situations set up for you. Let's see how you handle them. Я не понял, какого хрена вообще? Это что, мешки с ватой, что ли? Ну это как можно было не удариться? Ну, я имею в виду, сдохнуть. Ладно, погнали. А, пригнуться, я думаю, подкат сделать. Это мы знаем пробел. Шифтом можно не зажимать, это плюс. Вообще мне плевать, зажимать или нет. Чтобы ухватиться, пусть надо удерживать. Так там это все уже учили нас. Я думаю, может, с разбегу. Да, это точно, я знаю. Я смотрел превью игры и вообще прочее. Ладно, идем сюда. Не понял, какого хрена. Ладно. Странно как-то, я вроде бы... перепрыгнул, может быть, нельзя было разбегаться. Вы шутите? Ладно, все ясно, короче. Все с вами ясно. Так, не отпускайте кнопку пробел во время прыжка, иначе не сможете схватиться за выступ. Не понял. А, типа я провалил задание? Ну все, здорово. Чё? А, забагался. Чтобы ухватить за выступ, держите пробел. Я не понял. В чем прикол, друзья? Я же нажимал пробел. Ненавижу такие косяки. Ага, все ясно. Короче, все понятно, друзья. Давайте. Надо разбежаться. Ясно. Надо зажимать пробел. Конечно, неплохо. Судя по всему, на вниз. А тут как спускаться-то? Пробел тоже надо было. Ну, можно и спрыгнуть. В принципе, урон особо вроде бы никакого не нанеслось. Нам. А, подожди, так нам сюда. Я был уже, да? Ладно, идем дальше тогда. Вот сюда нам. Может быть, здесь как-то пойти. Ага, ну все, ясно, наверх. Так, только бы выбрать. Забраться. Нет? Так, наверное. Ага. Все ясно. Все ясно и понятно. Ну, двигайся, что-то. Right.
А вроде там наверху желтенькая стрелочка была какая-то. Здорово. Чуть напоминает игру Mirror's Edge. Захват кошки. Галох. В самый низ упал. Ну ладно, друзья. Ничего страшного, бывает. Да ёб, я не понимаю. Удерживайте пробел. Ну, я удерживаю. То есть... Да ну, бред. Не могут нормально объяснить. Пизм, честно скажу. Ну, ладно, бывает. Учимся, учимся играть. Ну вот видите, вот что это такое желтенькая какая-то полосочка? А, типа два раза надо нажать. Ну ёпта, что сразу не сказали. Хорошо. Заново можешь пояснить, что там надо было делать? Почему он не может перемещаться по ней? А, вот все. Посмотри на... Потом удерживайте вперед пробел, чтобы прыгнуть и захватиться за выступ. Да вы шутите. Тупизм немного, да. Тупизм есть. Почему наверх, если надо вправо он туда прыгать? Наверх, может быть. Сейчас, может быть. Да, скорее всего, надо. Есть. Нет, нет, цепляйся, есть. Сюда. А тут даже можно не прыгать толком-то. Так что просто делаем так. Перемещаемся. Ну да, есть небольшие сложности у нас были. Но ничего страшного. Что-то он там старается, что-то, чтобы все, что под руку попадет. Пройдите испытание паркур. Здорово, здорово. А, типа прыгать можно здесь, да? Нельзя, что ли, не пойму. Ага, надо, может быть. О, да, детка. Hardly. Closest I ever came to this was running track in high school. You're a fucking prodigy. Never seen anything like it. Плюс 500 нам дали. Еще мы можем навыки тренировать. Со звуком проблем, короче, какая-то у меня. Вот посмотрим. Следующий уровень. Так, показать дерево навыков. Так, уровень выживаемости дает. Уровень выживаемости дает вам доступ к дополнительным способностям, чертежам и вспомогательным предметам. Чтобы повысить уровень выживаемости, пополните. Выполняйте задания, помогайте другим выжившим и проходите испытания. Чем выше ваш уровень, тем лучше снаряжение будут вам предлагать в магазинах. Угу. Ну, у нас. Пока что нет очков. Очков навыка. Со звуком определенная проблема. Может, у кого карты что? Хотя вряд ли. Прощение. Ладно. Хорошо. Так, смотрим, оцениваем обстановку. Куда нам залезть? Сука, да что ж такое-то? Ё-ма-мау. Может быть, здесь как-то? Ну тут видите, предусмотрим на случай, если мы упадем. Кстати, может вниз туда, нет? Сейчас проверим. Ладно.
Здесь нам ничего не должно пройти. Хорошо. Так, хорошо. Сука, да что ж ты будешь делать-то? Нам, по сути, вот сюда. Даже... паркуристая местность. Специально для нас все это делали. Грейтабл. Почему приседать я пока не могу? Ну, здесь... Нам здесь не придется приседать, но я думаю, от зомбиков будем укрываться. Так. Something went wrong. Raheem, what just happened to me? Oh shit. I bet you're having your first seizure. Just get back over here. Хм. Мы сможем добежать. Бегать мы не можем. Равновесие держит. Хорошо. Идем назад. Нормально, так урона нет. Как во многих играх, спрыгнул с такой высоты, урон тебе нанесся. Причем значительно. А тут все нормально. О, здорово. Raheem, what the fuck was that? Does this mean I'm turning? Most likely no. At least not yet. Caesars remind you that you're infected. You better go see Dr. Zera, though. He'll check you out, probably give you a shot of antizin. Before antizin. You head out to see Zera, talk to the quartermaster. He'll gear you up so you can go outside without getting your head bitten off. Well, what are you waiting for? Get a move on. Хорошо, чувак. Сейчас мы возьмем, вколем себе какую-нибудь хрень. Нам вниз, ниже еще. И вот здесь, наверное. Да, на этом уровне. Бегом. За лекарством. Так, подожди. Нам сюда, да? Хорошо. Спуститься на лифте. А, что это? Смола потекла по лицу. All right, they've given me an actual job, and nobody suspects I'm not who I say I am. So far, so good. And once Dr. Zera helps me manage these symptoms I'm dealing with, I'll be even better. Что это было? Видимо, он прочитал эти субтитры. Хорошо. Так, посмотрим. Что же на... что это? Какое-то зависание только что было. О, смола стекла с глаз. Так, а что за лаги? Че это такое вообще, слайд-шоу? Эй, народ! Эй, что это такое? Только что все шикарно было. Эй! Что происходит? Так, я не понял. Какого хрена это происходит вообще? Эй, подождите, ребят, что это такое? Ну... Какого хрена это происходит? Ребят, что такое? О, you're the new scout. Raheem radioed me about you. Yeah, that's me. Name's Crane. I'm not gonna bother learning your name till you've survived a few days, but here, this is for you. By the way, word around the tower is you're just another deadbeat in line for food or antizin. By which I mean, the people here don't much like you. But don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrops, though, and you'll see people change their tunes in a hurry. That shit's a game changer. Thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also? If you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors, they might like you more. Might even find a woman.
keep you warm at night. Какого хрена? Подсказка. Каждый день кладовщик будет выдавать вам бесплатные предметы, если кончаются боеприпасы, заходите к нему, наверное, это уже за деньги. Так, ржавый французский ключ. Течка, отмычка, здорово. Теперь, если мы нажмем «Ай», то в инвентаре мы увидим... гаечный ключ, все ясно. Так, а смастерить что-нибудь тут можно? Нет? Тут, видимо, нет. Чертежи у нас только из аптечки, то есть вот это нам не нужно. Так, хорошо. Бабулька какая-то... Ой, дедуля. Ладно, подожди, а как нам... Пока что-то не могу ничего сделать. Ну, наверное, не надо, потому что... Дай автомат. Ты чё, у меня автомата нет? Они тут с автоматами, видите. Но они, наверное, на крайний случай. Сука, ребят, чё-то с лагами какими-то начались. Going outside, yeah? Вот это лаги. Okay, new guy. Be careful out there. We've lost too many already. Свет. Свет. Okay, noob. You've got Dr. Zeta set up in a semi-trailer on a fenced in playing court. When you leave the tower, hang a left and head due south. You can't miss it. It's Crane, kid. All right, Crane. Just keep moving. There's no time to take in the sights. And try not to make too much noise. Sound attracts those fuckers. Ну ясно. Ногой не расходуется энергия.